народный хор. Руководитель Ирина Казначейская, Оренбургская область. Музыка Владислава Букина, слова Ивана Никитина. «Тихо ночь ложится». Музыка Алексея Цибизова, слова Людмилы Ничуковской. «Уходили в Китай казаки». Yeah.
продолжает народный хор «Русская песня». Руководитель Виктория Сурай. Аккомпанирует фольклорный ансамбль «Коляда». Республика Казахстан. Прозвучат казачьи песни Оренбургской области «Боевой наш атаман» и донская казачья песня «Как за Доном, за рекой». Нежну, с голубыми глазами, как небо.
На сцену приглашается народный хор русской песни. Руководитель Анна Борщевская, Оренбургская область. Прозвучит песня Оренбургской области «Вспомним, братцы оренбуржцы» и произведение музыка Матвея Бланца, слова Семена Островского «В путь дорожку дальнюю». Вспомним, братцы, дамы оренбуржцы, да. Они пропажали.
На конкурсную сцену приглашается народный хор, руководитель Ольга Бышкина и народный ансамбль народных инструментов «Сувенир», руководитель Александр Сиренко, Оренбургская область. Прозвучит казачья песня «Течет речка по песочку» и песня Оренбургской области в обработке Владимира Позднеева «Канареечка прелестна». Канареечка прелестна, канареечка прелестна,
На сцену приглашается народный хор. Руководитель Наталья Столярчук. Оренбургская область. Прозвучит русская народная песня в обработке Владимира Позднеева «Овечушки косматушки» и русская народная песня «Ой, матушка, головушка болит». Мои ласкушки.